Так, всем добрый день. Сегодня у меня распаковка посылочек с AliExpress. Заказала я вот эту огромную кучу. Смотрите, здесь, ну, вообще, знаете, около 30 заказов, наверное. Я вообще заказала, но что-то заказывала в один день, что-то заказывала 2 февраля, что-то 3 февраля заказывала, вот. И в итоге какая-то часть приходит, какая-то не приходит часть, какая-то еще до сих пор в пути, еще до сих пор не пришла. Но вот это самая основная часть, которую я в основном день один заказала, очень много заказов, и они положили все в такой огромный пакет. Вот смотрите, вот такой огромный пакет, что порадовало, пришло в один день. Вот, вот это все за один раз с копом. Вот, поэтому хочу вам показать, что я заказала нужное. Вот, конечно, можно было все это купить у нас в городе, да, но интереснее, конечно, заказать с Алиэкспресса, потому что и дешевле, и Китай славится, да, своими безделушками дешевыми. Вот, поэтому приступаем к распаковочке. Здесь я кое-что уже открыла, показываю вам, что я получила. Вот такая вот классная цепочка для очков. Можно его использовать как аксессуар, как бижутерия, смотрите, красивая цепочка, или как, конечно, нужная вещь, как держатель. Использовать можно как для обычных очков для зрения, так и для солнцезащитных очков. И очень красиво будет смотреться. Вот. Вот такая вот. И вот здесь вот, вот такие вот держатели, смотрите. Такие вот. Так, такая цепочка стоит $1.40. Вот. Следующее. Вот, вот такой вот браслетик. Его можно использовать как для браслетик для рук, так и браслетик для ног. Стоит где-то $1, где-то так. Вот. Следующее. Вот такие вот солнцезащитные очки. Смотрите, классно. Я специально заказала в виде бабочки вот такие вот очки. Почему? Потому что у нас в городе такие не найдешь. Даже за границей не найдешь. Смотрите, какие здесь стразики. Вот. Обалденно вот так смотрится. Что-то у меня лампа сегодня мигает. Вот. И стоит она, хочу вам сказать, всего лишь $2.66. Прикольно, да? Я думаю, для разнообразия за $2.66 очень даже неплохо, да? Красиво. Вот. Так, конечно же, заказала же свои любимые линзы. Вот. Сиреневого цвета, потому что я постоянно у этого продавца заказываю. Раньше заказывала 7,5. Вот, сейчас я решила заказать минус 7,5 заказывал. Сейчас я заказала минус 7. Вот, потому что минус 7,5 для меня слишком сильно это, вот. И сейчас почему-то с возрастом у меня в линзах я близко не вижу, а далеко вижу, вот. А в очках я близко вижу, а далеко не вижу. А вот нет таких линз, да. Ну, в очках неудобно мне ходить, вот. Поэтому в линзах мне как-то удобнее ходить, а в линзах далеко вижу, а близко не вижу. Представьте, когда я в магазине, что-то надо там посмотреть, состав вообще вот не вижу. Поэтому заказала в этот раз не -7,5, а -7. Вот такие вот мои линзы фиолетового цвета. А вот цену я их не помню. Сейчас посмотрю. Посмотрела. Линзы стоят у меня $3. Вот эта пара. $3.07. Очень классно. Очень хорошего качества. Хотя линзы идут где-то на 3 месяца, на 6 месяцев. Я их ношу даже больше. И к нему идет вот такой вот контейнер в подарок. Постоянно какие-то контейнера приходят от него. Раньше они были такие красивые, там с рисунками, с мишечкой. Сейчас вот, вот такой вот контейнер вот пришел. Так, пришли вот, вот такие вот тоже цепочки. Тоже все заказала я. Вот это, по-моему, я заказала для сотки. Вот, своей, чтобы как держать у шнурочек, чтобы на себе, на шею одевать удобно было. А это, получается, у нас такая вот красота у нас идет для этого. Для очков. Вот. Смотрите, какая красота. Очень так нежно смотрится. Но смотрите, здесь, получается, больше ничего нету. В этой цепочке были вот такие вот держатели. А вот здесь, смотрите, вот так. Держатели не положили. Такой шнурочек. Обалденно смотрится, красиво. Сейчас буду говорить, сколько он стоит. Смотрите, это специально вот так в сотку вставляешь. Давайте я вот здесь покажу. $1.48, да, стоит? Сейчас я вам покажу, как его нужно вставлять. Потому что я тоже изучала, смотрела. Я не знаю, у нас в городе такое есть, нету, но мне времени ходить по магазинам. А вот такой есть же интернет-магазин. Сейчас все через интернет заказывают. Потом, зато смотрите, сиреневого тоже цветом. Сейчас я покажу.
как нужно вставлять. Смотрите. Просто берете вот этот, вот сюда вот ложите. Видите, она даже не мешает зарядке вашей. Вот, сотку свою так складываете. И вот, вот здесь вот так вот открывается. Вот, вот так открывается, смотрите. Вот так открывается. Вот так застегивается, смотрите. И вот так, пожалуйста, таким образом можно соточку носить. Видите, как? Очень удобно и очень красиво. Такой сиреневый цвет. Обалденно, да? Вот. Очень нравится. Следующее мы отрезаем. Смотрите. Это тоже я заказала для сотки. То ли Сашке, то ли себе. Тоже для сотки. Для второй уже сотки я заказала. Вот. В принципе, подобным образом делается. Но видите, оно здесь мягковатое. Поэтому, наверное, не для сотки, а, наверное, больше для легких вещей. Для бейджика, наверное. Удобно, да? Носить. Вот. Вот так. Потому что здесь вот такая вот ткань. Ну, хотя можно отсюда этот пластик взять. Я еще, по-моему, заказала пластик вот этот. И тогда будет нормально. Вот таким вот образом. Вот она стоит 1,76 долларов. Так много всего. Я так рада, так ждала. Представьте, когда придет. Это все нужно. О, еще одни очки. Смотрите. Здесь там. Те очки, они пришли просто мне в пакетике. Слава богу, они не разбились. Да? А эти прям, смотрите, такой хорошая такая упаковочка. Нормальная. Нормальная упаковочка. Очки, я вижу, у меня здесь беленькие. Хотя беленькие, вроде бы я такое не заказывала. Беленькие. Я заказывала... А, коричневые. Во. О, вот это я ждала, эти очки. Смотрите, какая красота. Вы знаете, у меня вот такая вот история. Вот именно с такими очками, именно с такой моделью за границей нигде не найдешь именно такую модель. Вот нигде не найдешь. Но если найдешь, например, я видела там набор Акаи, но они стоили очень дорого, где-то около, не знаю, 30 тысяч тенге, что ли, типа такого. Но это очень дорого. Здесь я у нас Таразе покупала за 10 тысяч. Потом они, Женька нечаянно на них сел и разбил. Потом в другом месте я где-то нашла их подешевле, по-моему, около 3000 тенге. Так я их любила, и получается, я с ними ездила, вот, одевала их, когда я ездила на Филиппины. Но именно на острове Панглау, в очередной момент, когда мы ездили, что-то я одела шлем, они мне мешались, очки. И вот положила на грудь себе, повесила, они у меня улетели. Улетели, еще не разбились. Я побежала к этим очкам, да, вот. И последняя машинка взяла их, раздавила прям при мне. Вот так. Поэтому именно вот эту модельку я прям люблю. Видите, ну, правда, оно не так от солнца защищает, чисто как для красоты, но все равно я очень рада, что я имею именно такую вот модель. Она мне очень идет. Вот, давайте посмотрим, сколько они стоят. Эти очки, кстати, они, в принципе, они недорого стоят. Вот у меня, видите, Билайн еле-еле ловит. Постоянно приходится мне подключаться к модему Теле2. Вот. И Билайн вообще плохо очень ловит. Теле2 намного лучше ловит. Так, вот эти вот очки. Вот. 1,42 доллара. Но, правда, доставка здесь 0,38. Заплатила я 1,8, да? Ну, это вообще 900 тенге эти очки, я думаю, вообще за даром. Вот, поэтому я очень рада. Даже нету 1 доллара. Вообще, да? Почти за бесценок. У нас такое, если будет в магазине стоить, сразу поставят цену, там, 2000 тенге. Ну, очки примерно, да, вот как я до этого озвучила. Вот. 2,86. Вот какие-то вот такие вот очки. Не знаю, я их заказывала. Просто это уже было чуть больше месяца назад, я уже не помню. Ну, где-то 2,86. Ну, короче, около 2 долларов. Тоже подобный размер. Здесь уже больше идет защита от солнца. Вот. Смотрите. А здесь у нас
такой вот материал, типа как по серебру. Вот. И вот такое вот беленькое. Тоже обожаю эту модельку. Кстати, хочу вам сказать, в Алиэкспрессе бывают вот такие вот акции. Три в одном. Например, если одна вещь стоит по одной цене, а бывают такие акции. Три вещи будет намного дешевле. Вот. И я вот так полазила. Раньше не было такого в Алиэкспрессе. Я смотрю, что-то у меня вылезло такое окно. И я вообще хотела заказать вот такой вот браслет. Браслет считается для рук или для ног. Смотрите, вот, кстати, у меня ракушка отлетевшая. Да, он был на ножке. Мне он очень понравился. Вообще, сам браслет, если его цена отдельная, 2500 тенге, да? Ну, это где-то выходит около 5 долларов. Вот. А потом я посмотрела, вы можете купить еще другие два продукта, и тогда вам будет он за 800 тенге, то есть за 2 доллара буквально. Ну, я там лазила, посмотрела и заказала себе. Здесь не один браслет, здесь несколько браслетов. Его на руку можно. Вот. Смотрите, какая красота. Такие вот камни, да? Очень красиво смотрится. Леска есть. Ну, на лето само то. Тоже он стоит 2 доллара. И заказала, вот представьте, вот такую вот сумочку. Смотрите, какая красота. Мне она так понравилась. Смотрите. Обалденная сумочка. Вообще смотришь на нее, она, знаете, около 5000 тенге стоит, где-то около 10 долларов, да, если в долларов переводить. Но мне она так понравилась. Здесь, знаете, вот такие вот стразики, такой вот материал стразики. Вот такая вот цепочечка вообще. Ну, правда, она размер такой вот моя рука совсем небольшой, как кошелечек, но вот носить прям вот на вечер самое то. Смотрите, цепочка длинная есть. Вот такая вот сумочка, она мне обошлась всего лишь 4 доллара. То есть вот я заказала вот этот, у меня обошлось 800, но его цена изначально была намного дороже. Вот этот заказала браслет, значит, вот этот браслет и вот эту вот сумочку. Вот, 4 доллара, вот эти где-то даже, получается, 2 долларов нету. Вот, и еще в Алиэкспрессе есть такая фишка. Раньше я, конечно, об этом не знала, но вы можете сделать, а вспорить. Если что-то пришло бракованное, что-то пришло не то, недовложение какое-то, да, или вот в данном случае, вот у меня, смотрите, две ракушки у меня сломаны. А вот этот, получается, у меня браслет. Сейчас точно посмотрю. Вот видите, 1,96. Вот, 1,96. Видите, у меня написано «посмотреть спор». Вот, я открыла спор из-за того, что он мне пришел, ну, как сказать, в ненадлежащем виде, правильно же? Наверное, при доставке кто-то на него сел, вот, повредился. Я открыла спор и решила, что мне должны они вернуть, ну, половину денег, половину стоимости денег, 1 доллар. Ну, хотя я могла бы открыть спор и потребовать полностью денег, но у меня совесть не позволила это сделать. Я, по-моему, около 1 доллара я решила оспорить. Я решила оспорить. Сфотографировала, объяснила на английском языке, как, что, почему. Ага, вот, смотрите, не 1 доллар. Все-таки еще больше пожалела. 0,7 долларов возврат. Спор у меня мой завершили. Возврат мне одобрили. И деньги у меня вернули буквально за 2 дня. Представьте. На ту же карту, с которой я заказывал. Очень, кстати, удобно. Поэтому, кто впервые заказывает через AliExpress, пользуйтесь этим. Ну, лайфхаком, вот, вообще не бойтесь, можно заказывать, но, конечно, свои заказы нужно смотреть, вот, у вас же есть же ваша страничка, вот, и все можете смотреть, вот заказы, вот все ваши заказы, вы можете, например, вот здесь смотреть, когда придет заказ, и здесь по заказу можно будет, видно даже, куда придет ваш заказ, где он сейчас находится, видите, прибыло, промежуточную страну, все написано, каждая дата, куда приходит ваш заказ, вот. И вот у меня написано, что мои все заказы объединили в одну посылку. Но это, конечно, не все заказы, не некоторые из них. Видите, доставим до 21 февраля, а я вот ждала чуть больше, получается. Еще буквально сколько там? Еще 20 дней, получается, ждала. Вот, значит, где-то 45 дней, да, мои заказы где-то шли. Вот. Если вообще у кого-то вопросы есть по Алиэкспрессу, я раньше вообще болела Алиэкспрессом. Все заказывала с Алиэкспресса. Потом немножко оставила это дело. Вот, за неимением времени. Сейчас время немножко появилось, поэтому решила дальше заказывать. А зачем покупать все это в магазине, да, когда вот смотришь в магазине, что есть, то и покупаешь, правильно же? Даже выбора нет. Алиэкспресс — это тот же самый большой магазин. Нравится, отзывы прочитали, заказали, правильно же?
Так, еще что я заказала? Я еще самое заказала, смотрите, вот такая вот большая палочка. Вот. Я прочитала отзывы. Отзывы были отличные. И вот смотрите, это такая огромная такая вот. Называется, знаете, как она? Правильно. Потому что я смотрела блогеры. Некоторые блогеры прям показывают, палку держат в руках, и у них она какая-то прозрачная. Я думаю, как это прозрачно? И потом я прочитала, изучила, оказывается, это прозрачная палочка. Она называется селфи-палка из углеродного волокна. И она вытягивается аж на 3 метра. Вот так. Вот такие вот здесь есть у них этот. Чтобы она туда-сюда не болталась, вот так просто фиксируем и все. Но после того, как, конечно, я ее получила, она мне вышла 18 долларов. Она, кстати, она быстро, буквально она пришла, наверное, то, что вещь дорогая, буквально, знаете, может быть, недельку где-то так. Просто камеру свою GoPro сюда ложишь, она не двигается туда-сюда, под поворотом не поворачивается. Ну, не поворачивается под углом. И поэтому сюда я заказала специальную насадку, то есть переходник, чтобы камера моя переворачивалась. Вот. Но, к сожалению, насадка еще в пути не пришла. Вот. Заказала вот такие еще. Что-то сюда. Это мама мне привезла, кстати. Но что-то я не могу ее открыть никак. Я и так смотрела, как ее открыть. А, может быть, здесь? Здесь, может, как-то. Короче, не получается у меня открыть. Надо маму спросить. Вот. Вот эти вот заказала, видите, вот специально вот такие вот две штучки. Это отдельно она по доллару вот такие. Или оно было вместе, я уже не помню. Вот. И вот такие, получается, для Сашки. Как держатель тоже на шее, для сотки. И вот такой же вот цвет. Изумрудный. Вот. Они буквально по доллару стоят вот такие держатели. Зато на выбор. Вот Сашке чехол заказала для его сотки. Ага, стоит $1.75. Вот. Он захотел, выбрал сам себе дизайн. Такой вот. Любит он такую галактику. И вот под него вот такой вот держатель. Прям по теме, да, подходит. Будет на шее держать сотку. Вот, очень красиво. Прям по теме. Так. Еще, значит, у нас. Что-то я очень много заказала. А, черный. Это, наверное, для Женьки я уже заказала. Вот. Тоже где-то стоит около доллара. Вскроем ее. Угу. Смотрите, какая красота. Вот здесь уже я вижу, держатели есть, как положено. А вот там не было. Будем оспаривать, значит. Сейчас я изучу, посмотрю, почему нету. Ой, блин, здесь зацепилась, надо изменить. Ну, короче, вот такие вот есть здесь, смотрите, держатели. Вот один держатель вижу. Вот второй держатель вижу. Угу. Вот такая вот цепочка прям для очков. Смотрите, какая красота, да? Так, вот смотрите, я вам показываю. Вот очки. Одеваю сюда такие вот держатели. Просто я это делаю впервые. Мне самой интересно. Поэтому кто-то тоже думает, а как будут держаться очки? Вот. Вот таким вот образом. И вторую сейчас одеваю. Мне тоже, когда я его видела, как девушка с Big 3 Block, вот она вот носит их, я подумала, блин, где она такие взяла? Смотрела, у нас таких нигде нету в городе. Ну, может быть, я сильно особо не смотрела, но начала изучать, смотреть, и вот увидела и заказала. А это вот сюда вот делаем вот так. Все, разобралась я здесь. Смотрите, вот так на шейку надеваем. Можно впереди шейки. И смотрите, какая красота. Цепочка под золото. Вот. Вот так. Как сережки смотрятся, да? Вот так одеваете. И вот как сережки. Очень красивенько. 0,97. А, вышло 0,97, доставка 0,22, а так оно 0,75. Следующее. Нет, здесь что-то такое интересненькое. А, еще одну селфи-палку заказала. Вообще с этими палками, знаете, мне говорят, да, что я снимаю, и у меня все дребезжит. Да, потому что у меня нету
стабилизатора. Вот, потому что я смотрела стабилизатор, как у мамы моей. Он очень тяжелый. Один стабилизатор носить в руках, а мне очень тяжело носить его в руках. Поэтому я обычно покупаю такие легкие палки. И вот последний раз я палку, когда взяла на Филиппины, нормальная такая палка была. Не стабилизатор, хорошая такая палка, вытягивалась там-то. Но она у меня сломалась. После этого я уже заказала вот целую кучу. Вот так. Это как она одевается? Вот так вот одевается. Угу. А, для GoPro, значит, я заказала. Угу. Вот так он вытягивается. Угу. Не такая большая, в принципе, его длина, но где-то метр, наверное, вытягивается. Ага, на метр. И сюда надевается вот бокс на GoPro. Смотрите. И все, и под водой снимать. Вот так. $3.48. $3.48. Это значит, выходит это около 1500 тенге, да? 1800 тенге. Это так. Вот. Не скажу, что слишком дешево. Но мне нравится палочка тем, что, во-первых, она такая вот интересная. Вот. Вот, смотрите. Хороший такой материал. Монопод Made in China. Вот. У нас, кстати, я заказала, на чем я сейчас снимаю, стоит. Заказала с Каспи. У нас сейчас с Каспи можно заказать. Магазин через Алмату пришел или там с другого города, по-моему, с Алматы. Там буквально заказала недорого. 1100 тенге, что ли? Дешевле, да? Иногда бывает, да, дешевле заказать у нас в Казахстане, чем ждать еще так долго с Китая. Короче, кучу чехольчиков заказала я себе для вот из своего 12-го телефона. 12 Pro Max. В принципе, подойдет нормально. Вот так. Таким вот образом, да? Просто разные дела. Сейчас скажу, сколько они стоят. Угу, здесь сразу от одного продавца я заказала 3 чехла. Чехлы по 1,78. Вот. Вместе вышло мне за $5.34. Смотрите, еще одни очки. Я прям в этот раз затарилась очками. Потому что очки постоянно разбиваются. Здесь форма такая же, но здесь вот больше толстое такое обрамление. Вот. 1,84. Но доставка $1. Выходит 2,86. Ну, считаю, неплохо. Тем более сиреневый цвет. Вот. Но это все пластмасса. Пластмасса. Для разнообразия тоже пойдет. Я ожидала, что это не будет пластмассы такой прям пластмассы-пластмассящей. Оказалось так. Так, здесь тоже чехол. Кстати, я заказала себе чехол для моего 14-го телефона. Крутейший, со стразами. Дорогущий. Вот. Ага, вот оно. Дорогущий. А сколько он вышел у меня, это дорогущий? Я говорю дорогущий, не знаю, дорогущий или недорогущий, но я знаю, что дороже, чем обычные чехлы. Ага, и он у меня вышел. Сейчас буду одевать, примерять. Пластик такой. Угу. Обычные же чехлы прозрачные берем. Вот, он без этих всяких страз, да, а вот этот вот со стразами. Он вышел у меня за $2.79 и доставка 0.39, вышло 3.18. Кто заказала для своего телефона, 14-го айфона, в этом году не стала менять, обновлять свой телефон. Что-то одно и то же, и 15-е одно и то же. Дождусь уже 16-го айфона и посмотрю. Ага, вот что вот это я ждала. Для 12-го Pro Max я заказала, потому что стекла у меня постоянно, ну, как сказать, в таком виде. $1.20. Стекла у меня получается, знаете, здесь. Боюсь, что они у меня разобьются, поцарапаются, поэтому заказала вот такие вот стекла. Потом приклею, красиво как раз будет со стразиками. Тоже такая же цепочка. Для очков. С сердечками. Симпатичная такая. Угу.
Она стоит $1.39. Немного заказа, да, пришло. Ой, а это что такое? Такое я не заказывала. Не поняла я. Я такие не заказывала. Разве я могу такие заказать? Интересно, это вместо чего пришло мне? Пришли, вместо чего-то пришли мне серьги. Хотя здесь я сережек вообще не вижу. Тем более такие безвкусные сережки. Ой, боже мой. Надо сейчас разобраться. Так, пока отложу в сторону. Разберусь, что это такое. Но это не то, что мне нужно. По-моему, одной цепочки какой-то нету, да? Такое бывает. Буду открывать спор, чтобы мне вернули деньги. А возврат делать не буду. Ладно, оставлю себе там копейки же. И вот такая вот тоже цепочка под бирюзу. Для очков. Вот она. Сейчас надо мне отметить, какие мне пришли, какие не пришли. 2,59 она стоит. Вот такая вот цепочка. Так, также я себе заказала еще. До этого пришли вот такие вот стекла для моего GoPro. Вот. Боюсь, GoPro вдруг упадет или что, поэтому вот такие вот стекла заказала. Сейчас скажу, за сколько я их взяла. Потому что до этого заказ пришел вместе с моей палочкой, селфи-палкой такой длинной. А, доллар она стоит у меня. $1.20, доставка 0.19 и вышло $1.39. Получается, эти защитные стекла на все стекла получается. Они. И их, по-моему, в количестве 2 штуки. Угу. Это у нас уже вещичка какая-то. Ну, я знаю, что иногда бывает не совпадает с реальностью. Но очень захотела я себе ее заказать. Вот такая вот получается у нас кофточка с рукавчиками и юбочка такая. Ну, это как такая вещь, пляжная вещь. Вот такая вот юбка. Не знаю, как вам правильно показать. Вот такая, значит, юбка. Вот таким образом она выглядит. Вверх и низ. Угу. L размер заказала. Доставка 2900, стоит 2118, где-то 5000 тенге, да? В долларах, короче, 11,20 она мне вышла. Ну, буду мерить. А теперь мне нужно разобраться, что мне не пришло. Так, я все разобралась, посмотрела, что это за сережки мне такие пришли, хотя я их вообще не заказывала. Сравнила, все абсолютно пришло, кроме вот этого вот заказа. Смотрите, какое симпатичное было ожерелье. Подвеска с ракушкой, смотрите, как раз подходила мне под вот этот браслетик. Вот, там еще у меня там есть всякие браслетики вот такие. Думала, буду носить. Видите, все под цвет. Думала, буду носить, а нет, не пришло. Вот это вот колье мне выходило с доставкой 700 тенге. Вот смотрите, $1.55. Оно мне не пришло. Конечно, мне эти сережки не нужны. Вот, зачем мне положили именно эти сережки? Видимо, ошибся при фасовке там или как, но это же не моя вина, правильно же? Все равно это стоит каких-то денег. То же самое, $1.55. Сережки мне не нужны, я, наверное, их кому-то отдам, или они будут у меня просто так валяться, наверное. Ну, это вообще не мой стиль. Вот. Сейчас я при вас наглядно покажу, как нужно вернуть свои деньги и открыв при этом спор. А раньше я когда-то об этом не знала, боялась заказа через Алиэкспресс, но потом делала все методом тыков, сама научила, меня никто этому не учил. Вот, и научилась я забирать свои деньги за бракованный товар или не пришедший товар, поэтому тот, кто впервые заказывает через Алиэкспресс, боится, вдруг что-то придет, не придет, пожалуйста, смотрите данное видео, да, каким образом необходимо вернуть свои деньги. Вот, показываю вам наглядно. Смотрите, я уже сфотографировала его при вас, открываю спор. А, кстати, сначала, для того, чтобы открыть спор, мы должны сначала удостовериться, тот ли этот товар. Вот, вот его получается, пакетик. Сначала я искала ЛП, вот, но его что-то здесь не было, поэтому
Я посмотрела, вот это вот совпадает, видите, о заказе. Вот он. 5309, 8158, 7600, 9613. Видите, совпадает. Все, значит, это именно тот заказ. Предварительно я сфотографировала это и это. Нажимаю кнопку при вас «Открыть спор». $55, смотрите. Запоминаем. Смотрите, что я хочу сделать. Только возврат денег или возврат товара и денег. То есть можно сделать товар, возвратить и при этом деньги получить. Но я никогда товар не возвращаю. Зачем мне этот лишние нужные проблемы? Идти на почту, опять платить там за эту посылку, за отправку. Вот. Я всегда только возвращаю деньги. Нажимаем «Возврат денег». Вы получили заказ? Да. Укажите причину. И выбираем причину. Товар не соответствует описанию, плохое качество, в посылке не было некоторых товаров, проблемы. Товар не соответствует описанию. Естественно, правильно же? Товар не соответствует описанию. Дальше выберите причину. Модель не соответствует, размер не соответствует, цвет, материал. У нас материал, стиль, функции, товар, внешний вид. Вот смотрите, внешний вид не соответствует описанию. Вот, я его нажимаю. Продолжить. Смотрите, мне он сразу предлагает, сколько вы хотите вернуть. Вот. 1,55. Так и оставим. Правильно же. Внешний вид не соответствует описанию. Дальше делаем продолжить. И прилагаем доказательства. Медиатека. Готово. Угу, грузится. Так, и теперь фото. Ну, можно два фото. Но почему-то я до этого пыталась два фото положить, у меня что-то не получается. Готово. Так. Угу. И здесь необходимо рассказать подробнее. Сейчас я буду переводить, например, на русский, на английский. Берем для этого переводчик. Не хочу думать, как правильно будет по-английски. Я лучше напишу в переводчике с русского на английском. Правильно же? Вот. Что я напишу? Какую проблему? Получила товар. Прямо при вас буду писать. Получила товар. Не тот, который... Я заказывала. Угу. Я не буду носить. Я заказала колье, а пришло серьги и вообще и пришли, а пришли. Пришли серьги. Вот. Прошу вернуть деньги. Все, вот так хватает. Получила товар не тот, который я заказывала. Я заказала колье, пришли серьги. Прошу вернуть деньги. Все. Копируем. Так, перевод скопирован. Сюда вставляем. Всегда пользуюсь Google переводчиком без проблем. Все подтвердить. Нажала я подтвердить. Грузится, смотрите. Ваш запрос на возврат в обработке. Вы получите письмо, когда продавец ответит. Включить уведомление. Окей. Все, что необходимо, все здесь написано. Смотрите. Вы предложили решение по спору. Продавец должен ответить на него в течение 2 дней. Вот. Решение вернуть деньги. Видите, сумма возврата 1,55. Все написано. Вот. О возврате неклис. Все. Искать его вот здесь. Я сейчас тоже посмотрела, где его искать. Вот ваши все заказы. Вот споры. Нажимаете на этот спор, идет спор. А чтобы сам посмотреть, как там спор идет, вот посмотреть спор. Пожалуйста, нажимаем. И здесь все написано. Теперь будем ожидать, что скажет продавец. Вот. Но у меня никогда такого не было, да, что у меня что-то отказывали, что-то деньги какие-то не возвращали, что-то спор мой как-то отказали в споре. Всегда AliExpress идет навстречу покупателю и всегда мне возвращает деньги. Вот сколько я заказываю через AliExpress, у меня всегда возвращаются деньги. Вот. Поэтому смело можете заказывать через AliExpress. Недорого, правда, ждать месяц.
То же самое я заказываю, конечно же, через Озон, Wildberries, да, вот. Но то, чего у них нету, и если мне, в принципе, не так сильно по срокам, не так сильно мне срочно нужно, вот, и хочется немножко подешевле и много заказать, то, конечно, я пользуюсь Алиэкспрессом. Вот, Алиэкспресс, это, в принципе, тот же магазин, только большой магазин, вот, где оттуда многие заказывают, потому что там очень огромный магазин, и можно все купить по недорогой цене. Поэтому пользуйтесь, заказывайте через AliExpress. Если у вас будет какая-то проблема, не то если придет, или, например, будет бракованный товар, то, пожалуйста, пользуйтесь прессом. Таким вот способом можете заказывать, оспаривать. Вот. Если будут какие-то вопросы, пишите. Всем добрый вечер. Прошло 2 дня с тех пор, как я подала заявку. Продавец мне так ничего не ответил. И если продавец автоматически ничего не отвечает, то уже AliExpress встревает в это, и всегда спор решается в сторону уже покупателя. Вот. В данном случае хочу вам показать. То есть вы помните, да, что я открывала спор вот за счет вот этого колье. Видите, кстати, я уже сделала маникюрчик. Вот такой вот маникюрчик уже сделала. Говорю, прошло 2 дня, реснички нарастила, маникюрчик. Кстати, такой классный прям маникюр сделали. И так недорого. Хочу потом сделать краткий ролик и сказать, по какой цене я это заказала. Экспресс маникюр и педикюр по какой цене. Так, а сейчас вот, значит, вот это ожерелье, которое 1.30. Чем же закончился наш спор? Просмотреть спор. Так. Как всегда, у меня долго грузит. Видите, смотрите. Возврат одобрен. Деньги вернутся в течение 3-20 рабочих дней. Вот. Значит, деньги должны вернуться в течение 3 дней. Потому что в течение 2 дней мне продавец ничего не отвечал. Вот. Кстати, посмотреть историю. Давайте откроем. Видите, 14 марта. Принято общее решение. Ну, сегодня вот вообще-то у нас 16 марта. Но спор был закрыт 14 марта, здесь так пишет, но мы открыли спор 14 марта. Вот, все то, что я подавала заявочку, все, деньги возвращают. Поэтому, что отсюда следует? Не бойтесь, заказывайте через AliExpress. Самое главное, смотрите. Самое главное, конечно, вы должны правильно написать свой адрес. Вот, и самое главное, вы должны смотреть свои заказы, чтобы вы их мониторили. Вот видите, активные еще заказы, которые я не получила. Смотрим, например, вот пишут, доставим до 17 марта. Ну, не знаю, придут они до 17 марта, не придут. Прибыло в страну назначения. Ну, я так посмотрела, промониторила. Если прибыло в страну назначения, где-то, значит, через недельку, две, они уже мне поступят. Вот такое вот платьюшко заказала я. Видите? Вот. Вот мои архивы. Это все мои заказы, которые я получила. Кстати, вот этот я не показывала его. Муж мой увидел здесь и говорит, вот, купи мне его. Ездит в машине, она получается от солнца нагревается, и лопасти крутятся. Прикольно так. Можно сюда поставить что-то, ароматизатор, какое-нибудь масло. И вот такой классный аромат по всей машине. Я зашла. До этого я зашла на один продукт, хотела вам показать кое-что. Как можно воспользоваться акциями? Например, вот эта вот селфи-палка, да, которая вот $17 стоит, она вот такая из углеродного волокна, длинная-длинная. Когда вот снимают, то она получается как невидимая палка. Вот, заходим на сайт этого, на магазин, вот этот вот сюда, магазин продавца. Так, открывается, видите, вот такие вот купончики бывают у них. И смотрим, что это за купон такой. Это такой купон. Если вы покупаете на 17 тысяч тенге, то у вас будет типа скидка 449. Вот. И вот так добавить. Ну, там бывает разное. Видите, так купон добавляете. И все. Поэтому надо смотреть. Там бывает, если 2-3 штуки купите, там еще какая-то скидка. Если на какую-то сумму покупаете, тоже скидка. Вот так мониторьте. В корзину просто добавляете, например, что вам надо. Например, пусть будет та же самая палка, да? Вот, например, вот так смотрите, отзывы читаете, например, хотите ее купить, да вот, пожалуйста, вот так корзинку добавляете. Корзину добавляете, и вот корзина ваша.
и смотрите, что в корзине. Но это до этого я добавляла. Видите, она добавилась, вот эта палка. 8000 тенге. Типа минус 20%. Но я так и покупала. 8000 тенге. Кстати, вот такое я купила. Кстати, бывает один и тот же товар у разных продавцов, бывают разные цены. Поэтому на мониторьте. Смотрите доставка, сколько будет стоить. Обязательно. Потому что бывают такие цены, когда вы, например, вот заходите, смотрите, да? И думаете, ой, как дешево. А доставка там дороже, чем сам товар. Видите, вот здесь доставка бесплатная. Здесь доставка 1600, да, доставка 215. Или здесь, смотрите, ой, я когда посмотрела, думаю, ой, какое дешевое платье, 1342 тенге. А доставка-то в три раза дороже, чем платье. Видите, 7000, доставка 758. Да я заказала у другого продавца, там и отзыв, в принципе, тоже нормальный был. Там чуть-чуть дешевле, может, на 1000, на 2000 тенге. И вот таким образом надо мониторить. Вот здесь, смотрите, вот эти сережки я добавила в корзину, они мне понравились, всего лишь 400 тенге. В следующий раз вот закажу такое. Вот таким вот образом. Поэтому смело, кто начинает заказы через Алиэкспресс, не знает, как заказывать, боится. Вот карту еще, кстати, не забудьте привязать, карту свою. Можно не привязывать, можно каждый раз, когда вы будете оплачивать, можно тогда вводить данные карты. Вот. Например, можно, например, вот сюда нажать. Вот хотите заказать одну, например, палку, да, вот 8000 к оформлению. Ну, там посмотрите, конечно, акции всякие к оформлению. Так нажимаете, что-то она не нажимается. Вот так у нас работает Билайн. Долго грузит. Смотрите, видите, можно карту привязать сразу. У меня здесь несколько карт. Вот, смотрите обязательно, примерно, когда придет. Но она точно не придет 9 апреля, может прийти раньше, может быть и прийти позже. Все, у кого есть там промокоды какие-то, тоже вбиваете. И все, и оплатить, все. Карту здесь вставляете, и все, любую. Или добавляете вот новую карту при оплате. Можно не привязывать, она автоматически здесь сохранены карты. Можно просто добавить новую карту. И все, и оплатить, кстати. Получается, продавец, он деньги сразу ваши не получает. После того, когда вы введете номер карты, и с вашей карты будут списаны деньги, они как бы заблокированы, эти средства. Они у вас списываются, конечно, но это, получается, списывает как будто Алиэкспресс. Но деньги продавцу поступают в том случае, когда товар к вам придет, когда все будет нормально. Только после этого продавец получает деньги. Поэтому таким образом можно заказывать заказы через Алиэкспресс. Вот так она выглядит у меня. Где у меня Алиэкспресс? Вот, видите? Это все мои, через которые я заказываю. Айхер тоже бывает. Кари. Симоленд как-то было, да, мне тоже заказывала. Вот, в основном сейчас пользуюсь я Озон, заказываю, Вайлдберрис, Алиэкспресс и Каспи доставку. Вот, iHerb тоже бывает, витамины заказываю. Вот таким образом выглядит иконка AliExpress. Поэтому всем рекомендую, заказывайте смело. Ничего страшного нету. Если будут какие-то вопросы, то пишите вопросы, задавайте. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии свои, спрашивайте. Помогу, чем смогу. До встречи.